уровня воды – это всегда риск кишечных инфекций. Поэтому после паводка важно проводить дезинфекцию территорий. Во время учений сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии обработали улицы специальным раствором. В работе используются дезинфицирующие препараты широкого спектра действия. Данные средства, они безопасны в растворах для людей. Через некоторое время, буквально в течение суток, они будут разлагаться. Для проведения всероссийских учений выбрали село Поселье Иволгинского района. В результате прошлогодних паводков здесь пострадало более 1000 человек. В прошлом году здесь была чрезвычайная ситуация, довольно-таки тяжелая. Из русла вышла и река Селенга, и ее протоки. Было потоплено очень много придворовых участков, размытой дороги. Поэтому вот здесь уже на натурной местности, приближенные к реальным условиям. Зачастую разрушительная сила паводков оборачивается для жителей утратой имущества. Важно знать, куда обращаться за материальной помощью и на какую сумму рассчитывать. Это ссылка в госуслуги. Вы выходите в госуслуги, заполняете заявление на оказание материальной и финансовой помощи. Финансовая, материальная помощь – это в зависимости от 10 тысяч, если были нарушены условия жизнедеятельности, если частично утрачено имущество – 50 тысяч и полностью утрачено имущество – 100 тысяч. Завтра в заключительном этапе учений проведут работы по тушению пожаров и защите населенных пунктов. Денис Маюшеев, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.